Всем привет, ребята! Обратился ко мне подписчик с проблемой, как активировать круиз-контроль. Видать, у него на машине не активировано, либо какие-то есть проблемы, не знаю, мне полностью не описывал эту проблему. В общем, покопавшись на просторах интернета, я нашел, как решить проблему эту с помощью программы Pirelli. У меня круиз-контроль, слава богу, работает. Вот я сейчас покажу, продемонстрирую включение. Wi-Fi отключается. У меня... Так, сейчас надо ключик поставить. Wi-Fi отключен. Вот. Включается круиз-контроль. Speed Limit включается кнопкой. И отображается. Так, сейчас я тогда его на своей машине отключу, покажу, как это делать, если кому-то вообще не нужно это делать. И также само включу, покажу, как включать, если кому-то это надо, то есть активировать. Так, перед операцией, естественно, надо ключ ставить, чтобы активировать систему. В общем, заходим. У меня OBD-сканер уже стоит. Заходим в нашу программу любимую. Сейчас более-менее фокус словит. О, телефон, чтобы было хорошо видно. Заходим в нашу программу. Так, выбираем Pirelli Launcher. Убираем клавиатуру, чтобы не мешало. Нажимаем старт. Выбираем OBD-сканер. И ждем загрузки программы. Сейчас я увеличу шрифт, чтобы было видно наглядно. Так, в этом меню мы выбираем панель приборов, то есть пункт 3. И нажимаем Enter. Так, в следующем меню ищем пункт Change Configuration, то есть шестерочку. Шестой пункт и нажимаем Enter. Здесь мы находим регулировка ограничения скорости 8. Ну, может быть, у кого-то по-другому будет, но у меня 8. Все, мы зашли в это меню, где можно изменять параметры. В общем, следующий шаг. Подтверждаем Yes свои действия, либо No и выходим отсюда. Yes и под Enter. И в следующем окне мы, то есть мы сейчас должны отключить круиз-контроль, то есть нам надо ввести цифру 1. Вводим 1, нажимаем Enter и подтверждаем свои действия командой Yes. И смотрим на панель приборов, она должна перезагрузиться. Вот, перезагрузилась. Все, сейчас включу, чтобы было видно. О, более-менее. И вот я сейчас включаю круиз-контроль, и он не отображается на панели. Сейчас я еще ключ вставлю, поставлю. Так, все. И вот включаю туда-сюда кнопку, не реагирует, то есть у нас круиз-контроль не активирован, система не работает. Вот такая ситуация может быть у кого-то. Поэтому сейчас мы включаем обратно. То есть выходим с этого параметра, нажимаем Enter, то есть с этого окна. И опять входим. Ну, если активировать, значит надо сделать предыдущие все этапы и дойти до пункта 8. Естественно, нажимаем пункт 8, подтверждаем свои действия. Опять входим в это меню. Опять мы, если мы хотим что-то изменить, команду какую-то, нажимаем Yes.
И кнопкой Enter подтверждаем свои действия. И сейчас сюда вводим команду 2, цифру 2, двоечку. Теперь ставим Enter, подтверждаем свои действия. И опять вводим команду Yes, то есть мы полностью согласны с тем, что мы хотим что-то изменить. И смотрим опять на панели, я нажимаю на Enter. И вот. И вот опять перезагрузилась полностью панелька наша. Так, и теперь сейчас кнопку поставлю, то есть ключ. И вот включаю, и включается круиз-контроль. Круиз-контроль, спид-лимит, то есть переключение кнопки. Все работает. Все, ребята. В общем, пользуйтесь. Может, кому-то это все понадобится. Все, всем пока. И если что, спрашивайте, делитесь своими знаниями, чтобы мы были грамотные. Все.